Да, сегодня обстановка на Дону не совсем хорошая. Какая-то пена плывет бесконечная. Время 6:30. Клюют только мелкие-мелкие попки. Донские бычки. В общем, погода портится. Метелика или пена, я не знаю, что это такое, плывет здесь в неограниченном количестве. Клюют здесь только вот эти вот существа. Вот они. Громадные попки, я не знаю, как их назвать. Я их тут выбросил уже, наверное, штуки 4-5. Делаешь глубину поменьше, не клюет вообще никто. Так что так вот. В общем, да, ожидать сегодня поклевок, наверное, не стоит, потому что сейчас, я не знаю, как это правильно называется, метелика выпала. Что тут случилось? Ну, короче, колевать ничего не хочет. Здесь та же самая история. Даже всплесков рыбы нет. Она то ли наелась этой пеной, то ли еще что-то. Ну, в общем-то, по всему Дону такая история. Ну, вот поклевок за час, за полтора я так и не заметил. Ну, клевали эти попки и все. Так, больше никого и ничего. Надо дня три ждать, наверное, когда вся эта пена сойдет. Ну ничего, может быть, во вторник с утра будет лучше. Ну так и погода портится. Такие облака. Дождевые, в общем.